Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну, сегодня о такой теме мы поговорим, как смерть, как энергетическое такое существо, как друг. Для людей знания смерть всегда является другом. Они не боятся ее. Они с ней дружат, она им помогает в сложные моменты, дает какую-то энергетику, дает стимул, позволяет жить всегда на пике формы. И к чему я это? Я уже об этом с вами говорил, поэтому так сегодня вскользь эта тема меня немножко всколыхнула. Одно такое забавное событие. Одна моя подписчица старая такая, она мне, ко мне подходит достаточно строго, критически, там все время высматривает все, все время там, а это что, а это что? Так у меня там все время меня тоже держит в тонусе, как и смерть. Но вот вчера она задала там на стриме вопрос, говорит, а что это у тебя мистик это? На твоей аватарке. Кто с тобой рядом стоит? Кто там со мной рядом стоит? Думаю, вообще у меня есть ли у меня аватарка? Я думаю, что за аватарка такая? Где же она? Так у меня не дошло. Оказывается, ну вот, как бы на моем канале там такой этот кругляшок, где там моя физиономия. Ну, я там сижу как бы в позе лотоса на фоне каких-то, в какой-то растительности. И действительно, с левой стороны у меня там такой достаточно колоритный образ стоит. Действительно, если присмотреться, вы его увидите. Если увеличите, то там, ну, так, такая морда жесткая стоит. Я говорю, кто это такой там? Не демон ли тебе что-то нашептывает? Ты, может быть, это как его, как это, кукла дьявола, марионетка. Тобой там рулит, а ты тут втираешь честным гражданам и ведешь их за собой, как говорится, в бездну. Не, ну она это не сказала, это я добавляю. Она просто, кто такой? Кто? Объясни. Как говорится, предъявляем доказательства, объясни, что это такое. Ну да, я глянул, думаю, да это ж смертушка моя. Господи, всего делов-то, она все время со мной. Вот сейчас не видите, ну, там это видно. И действительно, что же? Действительно это так. И если вы умеете работать со своей смертью, ну, не значит, что на грани жизни и смерти, но умеете чувствовать его. Действительно, как знаете, можно в какой-то момент, если вы не ощущаете ее вот своим левым плечом, вы можете как бы когда-нибудь идете по дороге и резко обернуться. Прямо резко обернуться. И вы увидите действительно тень, которая раз так как бы растворится куда-то, исчезнет. Но ваш взгляд уловит вот это вот ощущение тени. Это действительно так. То есть это не только у меня там, не только я такой особенный, тут за мной смерть, как говорится, на привязке. То есть сопровождает и следит, что там этот мистик тут, это, не набедокурит ли он чего? Нет, она действительно есть у всех. Это такой вот, ну и у меня тоже. Так что хотите посмотреть на нее, ну взгляните на эту аватарку. Интересное зрелище. Конечно, многих сразу, как говорится, холодок вроде скажет, что-то тут не это. Ну, у вас, думаете, рожа там стоит менее привлекательна. Часто это просто маска. Действительно, под этим часто таким зловещим видом скрывается достаточно веселые, ну, с юмором и с пониманием души. Поэтому, ну, это в чем-то сложный момент. Когда-нибудь у меня есть же множество рассказов о встрече со смертью. И также, честно говоря, когда-то в этих путешествиях по этим мирам мне тоже пришлось исполнять вот эту такую миссию. То есть работать, ну, как бы ангелом или демоном смерти. Ну, в общем-то, отводить души туда, куда, ну, переводить их через этот барьер, провожать их. Сложная работа. Часто неблагодарные, боятся, не любят. Но недолго это было, потому что скучновато мне было как-то. Скучновато, я люблю больше этого, больше событий, перемен мест. А тут все какая-то рутина. Берешь, отводишь. Что это за курьерская работа? Не для меня, не для моей души. Но когда-нибудь расскажу вам эти истории, ну, тоже завлекательно. Надо понимать, как это все перемешивается в нашем в этом необычном мире, и что бояться смерти не стоит. Ну, кстати, она бывает у всех разная, на самом деле. Бывает и действительно страшно. Бывает, наоборот, она приходит, и когда уже человек измучен,
и протягивает руку, говорит: пойдем, дружище, пойдем со мной. И человек тянется, как к лучшему другу, испытывает неимоверное вот чувство эйфории, любви, и понимает, что это вот единственное существо, которое сейчас может показать ему дорогу, отвести туда, куда надо. Поэтому настоящий мистик должен понимать это и работать. И те люди, которые идут по пути знания, должны понимать это, что надо взаимодействовать. А смерть часто лучший ваш друг. Ближе родственников, ближе каких-то коллег, друзей. Потому что они на самом деле вас продадут в 5 минут. Знаете, как бывает для людей, рушится все, и они понимают, что люди, которые рядом с ними были, родственники, друзья, они часто все, действительно у них бывают морды демонические, за милыми какими-то личиками кроются такие бесяры. А вот за лицом смерти, которое может быть подчас, ну, страшновато, кроется лучший друг. Когда вы к нему повернетесь, он часто может обнять вас и похлопать по плечу, сказать: ну ты что, еще не все, еще тебе надо поработать здесь. Она не торопится и всегда может дать вам отсрочку. Поэтому развивайтесь, друзья мои. Мир не такой плоский, как мы его видим. Он очень сложный и интересный. Все, друзья мои, пока.